Русский драматический театр имени Пушкина в Якутске завершает свой 126-й сезон. 21 и 23 июня на сцене театра состоится очередная премьера – комедия «Красотка и семья» по пьесе английского писателя Уильяма Сомерсета Моэма. Как завершается год и какие планы строит труппа театра, расскажет Нергуяна Егорова. Суть спектакля выражается словами самого Моэма. Деньги – это шестое чувство, без которых остальные пять бесполезны. Режиссер из Санкт-Петербурга Владимир Голуб ставит Сомерсета Моэма впервые. Мне показалось, что это не пустышка, что она со смыслом, хорошо написана. Есть материал для актерских работ, над которым нужно потрудиться, поработать. И поэтому это все и диктовало выбор этой пьесы, и, так сказать, не второстепенная драматургия. Сомерсет Моэм, можно сказать, почти классик. Содружество Владимира Голуб с Русским драмтеатром имени Пушкина началось в 1996 году с постановки спектакля Островского «Бешеные деньги». Потом были 13-й номер, «Чисто семейное дело», «Энергичные люди», «Голодранцы» и «Аристократы», «Тетки» и так далее. И вот выходит 11-я постановка. Но вы же знаете, что я обожаю Фредерика. Между прочим, а где? Где Фредди? Русский театр 126-й сезон начинал с поездки в Сочи на театральный Олимп, где взяли 3 диплома. Были задействованы в постановке «Князя Игоря». Также с Андреем Борисовым ставили «Капитанскую дочку», «Два берега одной победы». Затем, как обычно, не хватало времени, но тем не менее мы уложились и смогли сделать несколько постановок. Это «Деревья умирают стоя». Опять поработали с Алексеем Ларичевым. Поставили «Волшебную лампу Аладдина». Новая сказка об Айболите. Это спектакль, к которому мы очень долго готовились. «Очи черные» по Куприну. Очень много разных мнений, ощущений по спектаклю. Ну, в принципе, мы для этого и работаем, чтобы будоражить, чтобы здесь что-то оставалось у зрителя. Следующий театральный сезон 1 сентября откроет «Красотка и семья» Моэма. Главной постановкой станет спектакль об Иннокентии Вениаминове в постановке Андрея Борисова, посвященный 220-летию святителя, также 385-летию вхождения Якутии в состав российского государства. Труппа надеется, что следующий сезон станет таким же приятным на хорошие достойные премьеры, ну и поездки, гастроли, фестивали не обойдут стороной. Нергуяна Егорова, Владимир Павлов, НВК «Саха», Якутск.